народные песни «Ах ты, степь широкая». Обработка Александра Васильевича Свешникова. Стихи Александра Сергеевича Пушкина. Зимний вечер. Буря мглою небо кроет. Музыка Александра Сергеевича Доргомышского.
мною небо кроет, и приснежные кручет. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. О, Покрове, о, Покрове, о, веша. То, как путник запоздал, их на окошко застучит. То, как путник запоздал, их на окошко застучит. Наша жертва чужа и печальна и земля. Что же ты, моя старушка, Русская народная песня «Ах ты, ноченька». Мелодия записана с голоса Федора Ивановича Шаляпина. Записана его близким другом и другом Сергея Васильевича Рахманинова, регентом Михаилом Акимовичем Слоновым. В этой редакции Слонова эта песня прозвучит. Солист Дмитрий Кузнецов. Oh,
Земля дождливую, эх, каратать буду. Нет, ох, нет, ни матушки. Только есть одна зазнобушка, да, и та со мной. Стихи Томаса Мора. Русский перевод Ивана Козлова. На интонации мелодии Шуберта «Рождественской песни» был написан романс, ставший народной песней в хоровой обработке Бориса Шляхтера. Русская народная песня. Простите, с шутками забыл объявить солиста. Солист Илья Кадин. «Вечерний звон».
Автор следующей песни – герой русско-японской войны 1904-5 годов, полковой капельмейстер Макшанского полка Илья Алексеевич Шатров. Именно он, выведя под пули оркестр, вдохновил русских воинов, и они прорвали окружение. Поражение казалось уже неизбежным. Но вот один мужественный поступок одного человека спас это положение. Людей, конечно, тогда погибло очень много в эту войну. Ну, наверное, как и во всякие другие. И в воспоминания Шатров написал для оркестра вальс, назвав его «На сопках Маньчжурии». Он стал очень популярен. И на мелодии этого вальса люди стали писать стихи. И профессиональные поэты, и просто любители музыки. Впоследствии и сам автор музыки, Иван Алексеевич, написал собственные стихи, выразив в них то, что он хотел в свое время выразить в музыке. Со стихами Шатрова прозвучит его вальс «На сопках Маньчжурии». Вокруг
Мелодия. Сейчас прозвучит не менее известная и не менее трогательная песня эпохи Великой Отечественной войны. Я не зря употребил это слово «эпоха», потому что те 4 года, люди старшего поколения очень много об этом рассказывают и очень хорошо это помнят, эти 4 года войны действительно явились целой эпохой в жизни нашего народа. Или нам быть, или не быть. Вот оказалось, что с Божьей помощью быть. Лирическая песня. Слова Ашанина, музыка Новикова. «Эх, дороги». Солист Иван Сидоров. Yeah.
Заключительным номером второго отделения прозвучит марш «Прощание славянки». Написан был в 1912 году, тогда еще молодым капельмейстером Василием Агапкиным. И в 1914 году, когда началась Первая мировая война, к нему были написаны слова. Потом неоднократно на музыку этого марша писались стихи. Когда мы готовили диск военных песен, это было в 2012 году,
к 200-летию победы в Отечественной войне 12 года, 1812 года. Я просмотрел все эти стихи, сделал аранжировку для мужского хора и вижу, ну, что-то не совсем то, что я хотел бы выразить в этом марше. И как-то экспромтом сложились строчки. «Русь святая, веру сохрани, всех славянских языков надежда, наша матушка Русь велика». Ну, а дальше уже было не остановиться. Получил 6 куплетов. Всегда.
думаю, надо поклониться всем. Спасибо. Возлагать цветы отцу Амвросию Покарановичу. Мы еще, Бог даст, поживем, потрудимся. И на такой церковно-патриотической нотке нам бы и хотелось завершить. Был один известный священник послереволюционного периода. Я знал его близкого друга. Он был в Схиме, схиумен Стефан, а батюшка этот жил в Липецке. Точнее, не в самом Липецке, а где-то там в провинции. И имя его протоиерей Алексей, фамилия Косолапов. Он писал обработки, ну, то, что можно было исполнить на клиросе тогда, в 50-е, послевоенные годы, когда много мужчин погибло на фронте и немногие оставались. Но вот этот дух в нем жил патриотически. Он написал очень кратенькую, но очень яркую по выразительности, небольшое песнопение. «Утверди, Боже, святую православную веру». Солист Дмитрий Кузнецов. «Утверди, Run!
Из народных песен прозвучит легенда из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Был такой прием, ну и сейчас, наверное, есть в поэзии. Это история в истории. То есть, когда в рамках одного литературного произведения рассказывается другое. Вот эта легенда: «Жило 12 разбойников, жил Кудеяр, атаман» и так далее. Передавалось уже как самостоятельное народное творчество из уст в уста. И появились мелодии. Были сделаны обработки хоровые. Вот одну из них вы сейчас услышите. Я не буду перечислять всех солистов, потому что как по принципу легенды, которая передается из уст в уста, у нас будут исполнять ее несколько солистов. Первый куплет «Самый страшный разбойник» — Алексей Смирнов. Честной и
Господу Богу помолимся, будем Ему мы служить. Заходи, яра, развойника, будем Спасибо. Я прошу всех солистов, теноров, баритонов и басов выйти на поклон. Спасибо. Благодарю хор, солистов, устроителей концерта, хозяев этого дома и, конечно, вас, дорогие братья и сестры, наши слушатели. Я очень желаю... Да. Искренне желаю всем радости духовных, помощи Божией в трудах, которые вы несете в жизни, благоденствия, мирного жития, здравия и спасения и многих лет. Я потом скажу, что это за сюрприз. Спасибо. Сюрприз заключался в том, что это первое исполнение. Я написал это многолетие в день преподобного Сергия этим летом. Ну, как-то так вот было настроение. Поздравляли людей, именинников. Ну, пели традиционные, конечно, бортнянское. Я подумал, что-то бы надо еще, может, для концертов, может, для храма написать. А потом, когда написал, понял, что ну, в храме это вряд ли кто сильно исполнить. Значит, на концерте. Сегодня было первое исполнение. Спасибо.